все так и было? Насчет марки машины я не совсем уверена, но в остальном все именно так. Папа у нас сильный. Но кто вы? Герен, бухгалтер магазина Массена. Ваш бриллиант. Это я его отдал Жанну. Блин, Жан меня обманул. Оказывается, я 8 лет жила с подонком, с гадом отъявленным. И знаешь, что хуже всего? Он посадил невиновного. Я схожу за сигаретами. Вернусь через 5 минут. Я не понимаю. Из легких только камни. Давай сюда! Давай, либо мой ты получишь! И вон, парень уже вышел, срок отмотал, на свободе, все дела. Но это наша вина. Парень слетел с катушек, пока сидел. Что это за манера вот так невозмутимо калечить людей? Казалось, что ты не дерешься, а просто убираешь со стола. Все хорошо, месье? Да, мадам, простите, пожалуйста. Вот так просто брать и брызгать газом людям в лицо, рвать волосы охранникам? Это чудовищно, ты откусил тому парню ухо! Простите, я виноват. А вы там долго еще будете? Прости, я еще на работе. Бутылку коньяка, пожалуйста, ладно? Я прошу вас рассчитаться и покинуть заведение. Что у вас за сервис такой? Прошу прощения, но уже очень поздно. Они хотели закрыть кухню. Что ты устроил? Ну, опоздала я, но ты же все спалил. Не двигайся! Да что он говорит? Вы от меня не устали? Заткнись, конечно, нет. И как вам удается? А вот я сам от себя устал.